Собираешься как ёж на бляхе. Держи. Если б ты ведьмак, нам не поможет. Спасибо за помощь, ведьмак. За то, что ты банду четырехпалого разогнал, мое тебе уважение. Вы сами-то верите, что Верментина и Короната перемирились?
штурмовать Тунтыне. Они будут сопротивляться. У них есть оружие. Какие нас ждут укрепления, неизвестно. Ваши враги совершили государственную измену. Бейте их! За княгиню! Капитан де Латур расскажет детали. Не видишь, я занят. Геральт, здорово! Геральт, хорошо, что ты здесь. Готов идти на Дунтынне? Вижу, у тебя готов план. Ты меня посвятишь? Задачу нашей вылазки две. Разыскать сестру ее милости и схватить людей, которые шантажировали вампира. Значит так. Дунтынна состоит из нескольких зданий, окруженных стеной. Центральную часть занимает замок. Родерик его недавно отремонтировал. Мы хотим ударить здесь, со стороны главных ворот, и захватить территорию перед замком. Знаешь, сколько людей будет оборонять Дунтынне? Родерик держит при себе небольшую дружину рыцарей. Это не войско, но пара десятков людей наберется. К тому же недавно у него поселилась банда каких-то заезжих наемников. Мы мало о них знаем. Мы ударим с двух сторон. Отвлеките защитников. Я зайду в крепость с тыла, найду девушек и позабочусь, чтобы им не причинили вреда. Я перелезу через стену, как только вы начнете бой. Звучит рискованно, но мне кажется, ты знаешь, что делаешь. Начали. Началось. Быстрей! Берем коней для Родерика и валим отсюда! Если стены не выдержат, мы далеко не уйдем! Не так быстро! Придется изменить планы. Убить его! Это что? Родерик отправил их за лошадьми. Удрать собрался. Только мы ему не дадим. Гвардейцев не видать. Там их не должно быть! Прав был Родерик, надо бежать. У нас получится.
Похоже, это Родерик. Грузите ящики на телегу. Шевелись там с ящиками. Только осторожно, чтобы ни один не упал. Ну вот, почти все. Скоро можно и в путь. А где кони? Гуга и Белин должны были их привезти. Проверь, куда они там пропали. Тут кто-то есть. Прорвались с той стороны. Здесь Убить его! Вперед! Без жалости! Я тебе покажу, мерзавец! Оставь мне жизнь. Я ничего не сделал. Ты водишься с очень неподходящими людьми. Где дружки-центрийцы? Я знаю. Я знал, что нельзя давать им кров. Где похищенная девушка? Что? О чем? Какая девушка? Я ничего не знаю. Ни о каком похищении. Это видно. Мои гости. Где они сейчас? В замке готовятся бежать. У них есть спутница, женщина по имени Сиана? Разумеется. Это она меня убедила их принять. И втравила тебя в большие неприятности. Где она? Вещи собирает. Мы должны были уехать вместе. Старый дурак, я бы все для нее сделал. Где она? В замке? Да. Ее комната в башне. На самом верху. Что со мной будет? Держи, прижми к ране. Должно остановить кровь. Спасибо. Что там такое? Они уже у ворот. Сколько их? Слишком много! Мы их не удержим! Еще посмотрим. Поджигай баррикады. Это из ихних. С дыма зашли. Я тебя на куски порву. Сгною, гадину. Последний шанс. Сдавайтесь. Во что нас эта сука втравила? Бей его! Вперед!
должны пробраться в замок. Они мне за все заплатят. Тебе не помешает. И... Ведьмак, нет времени объяснять, где Рена. Думаю, внутри мы все узнаем. Так пойдем уже. Ты же знаешь, я не дам себя в обиду. Я ждала тебя. Я не знал, где искать тебя. Они грозили убить тебя. Прости, я тебя подвел. Осталось найти сестру Анны Генриетты. Ты знаешь, где ее искать? Да. Я наткнулся на Родерика, хозяина Дунтыны. Он сказал, где Сиана. Ну так говори и пойдем за ней. Нет времени. Она должна была быть в комнате в башне. Именно в той, где мы сейчас. И которая совсем не похожа на камеру для узницы. Кстати, тут еще и графин с вином случайно оказался. Готов поспорить, это краденый сангриаль. К чему ты клонишь? Не надо. Не строй из себя дурочку. Я знаю, что все это часть твоего плана. Ведьмак, что происходит? Боюсь, Детлов, тебя обманули. Друг, прошу тебя, ты должен выслушать Геральта. Рена... Не настоящее ее имя. Ее зовут Сиана, и она сестра Анны Генриетты, княгини Тусента. Что? Что это за бред? Сиану изгнали из дворца, когда она была ребенком. Теперь она вернулась, нашла убежище в Дунтынне и отсюда командовала шайкой бандитов. Она послала в Баклер человека по прозвищу Центриц. Он крал для нее княжеское вино. Так я вышел на ее след. Затем она решила вернуть драгоценность, которую получила в подарок от отца. Угу. Мне очень жаль, Детлов. Ты был лишь частью ее плана. Придешь в Тесхам мутно и все объяснишь. Не придешь, я сравняю Бакалер с землей. Обещаю, даю 3 дня. Я буду ждать. Он просто улетел? Он не хотел поступать опрометчиво. Ему надо остыть. Думаешь, он выполнит свою угрозу?
Не знаю. Когда он впадает в ярость, он непредсказуем. Я пойду к нему. Прости, что? После того, как... Вы не знаете Детлофа так хорошо, как я. Если я его не послушаюсь, он правда уничтожит город. У него хватит на это сил. Смотри-ка, у тебя есть еще какие-то остатки совести? Это единственное, что я могу сделать. Что ж, это представляется лучшим выходом. Ваша милость, осторожней. Гвардейцы видели вампиров. Чудовища могут быть где-то здесь. Вампиры или нет, найдите мою сестру. Ищите. Ваша милость, это... Сиана, и все-таки это ты, сестричка, во что же ты впуталась? Теперь ты за меня волнуешься, правда? Я понимаю, что ты испытываешь ко мне неприязнь, но обещаю, что мы с тобой разберемся во всех прошлых обидах. Мы еще об этом поговорим. Капитан, ведите Сиану во дворец. Я займусь ей, как только мы вернемся. Слушаюсь, ваша милость. А тебе, ведьмак, моя искренняя благодарность. Не могу поверить, что моя сестра была так близко. Родерик из Дунтыны ответит за измену и соучастие в шантаже. Родериком манипулировали, точно так же, как и вампиром. Кстати, ты выяснил, кто похитил его возлюбленную? Это Сиана шантажировала вампира и заказывала ему убийство. Что? Что за чушь? Она и есть его пропавшая возлюбленная. Она инсценировала собственное похищение, чтобы управлять им. Он был только орудием. За всей этой интригой стоит Сиана. Вы ошибаетесь. Это не может быть правдой. Ваша милость, я знаю этого вампира и... Как это знаешь? Кто он? Детлоф. Который недавно сидел со мной за одним столом и рассказывал про Назаир? Есть еще что-нибудь, о чем вы забыли мне сказать? Может, под горой Горгоной живет дракон? Или кто-то из здесь присутствующих тоже вампир? Где он теперь? Он ждет Сиану. Если она в назначенное время не придет к нему навстречу, он уничтожит Баклер. Он посмел нам грозить? Ваша милость, у нас есть 3 дня, чтобы привести ему Сиану и... Замолчи. У вас 3 дня на то, чтобы принести мне его голову. Хватит с меня тайн и помощи вампирам. Я требую того, за что заплатила. Головы бестии. Ты думаешь, ее милость уже остыла? Сомневаюсь. Она так легко ничего не забывает. Особенно угрозы. Да. Даже я вынужден признать, что Детлоф вел себя совершенно неподобающе. Ты что, нервничаешь? С чего бы вдруг? Дай подумать. Ты возвращаешься с охоты с пустыми руками, без трофеев,
и потеряв след. Я вообще не нервничаю. Мутации. Ты же помнишь о них? Помню, разумеется. Это отговорка, которую ты используешь, когда не хочешь о чем-то говорить. Да. Так что сменим тему. А как реагируют заказчики, когда ты не оправдываешь их ожиданий? Зависит от положения. Крестьяне ругаются матом, мещане требуют вернуть задаток, дворяне пытаются затравить тебя собаками. А владыки? Обычно грозят эшафотом. Судари, вас ожидает досточтимая княжна. Ваша милость, народ требует кары. Сиана совершила столь страшные преступления, пролила столько крови, что... Еще слово, Пальмерин, и я совершу преступление. Жертвой будешь ты. Повторяю последний раз. Сиана в ответе за множество смертей. Но она моя сестра. Учитывая кровные узы и наше прошлое, я не допущу самосуда. Опасаюсь, ваша милость, что чернь может подняться. Они могут взять темницу штурмом. Пусть себе штурмуют. Ее там нет. Сиана в безопасном месте. И будет там ожидать суда, покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира. Я вижу по вашим лицам, что вы от него не избавились. Мы сделали все, что могли, но... Мое терпение исчерпано, Геральт. Где он? Где Детлов? Не знаю. След оборвался. Это все, что ты можешь сказать? Я берегу время вашей милости и говорю, как есть. А. Иногда я устраиваю охоту на лис. Вы знаете, как это выглядит? Великий ловчий спускает собак со сворки. Они мигом берут след и загоняют зверя. И все это в пределах часа. У тебя, ведьмак, была неделя. Помощь моих рыцарей. И ты не достиг абсолютно ничего. Я начинаю думать, что моя легавая лучше бы справилась. Позволю себе заметить, что существует небольшая разница между высшим вампиром и лисой. Неужели? Совсем как между неудачной шуткой и оскорблением высшей власти. Осторожнее со словами. А теперь к делу. Вы установили хоть что-нибудь? Ваша милость, Сиана использовала Детлофа. Она обманула его, чтобы убить рыцарей, которые сопровождали ее в изгнание. Вероятно... Ваша милость, вампиры! Что? Ну, говори! Вампиры напали на город. Капитан де Латур обороняет площадь возле пристани. Но... множество убитых. Зараза. Раз уж Детлор хочет войны, он ее получит. Геральт, за дело. Больше никаких отговорок. Пальмерин, ты... Уберите ее.
Сиана не явилась навстречу. Вот, пожалуйста. Детлов не шутил. Да. И нам тоже надо заняться этим всерьез. Дело зашло слишком далеко. Регис, ты упоминал какой-то способ выманить Детлова. Говорил, что не хочешь прибегать к нему, потому что он слишком опасен. Я так выразился? Прости, в таком случае я ввел тебя в заблуждение. Слово «опасен» передает лишь ничтожно малую долю предстоящего риска. Пожалуйста, заканчивай уже внутренний монолог и просто скажи, как заставить Детлова явиться навстречу. Минутку. Мне бы хотелось, чтобы ты сперва рассмотрел альтернативу. Ты же можешь выполнить требования Детлова и освободить Сиану. Ты думаешь, Детлов все еще верит в невиновность Сианы? Я думаю, он что-то подозревает. Он пытается понять, что происходит. И ради этого готов объявить войну всему княжеству? Что ж, умеренность никогда не была его сильной стороной. Попробуй убедить меня, что ты прав. Почему я должен освобождать Сиану? Я знаю, теперь в это тяжело поверить, но Детлов не злой. Он импульсивный. Нужно, чтобы они встретились, поговорили, и он отступит от города. Я-то, может, и соглашусь, а вот Анна Генриетта никогда. Заметь, я не предлагаю спрашивать у нее позволения. А если встреча пойдет не по твоему плану, что если дойдет до боя? Ты можешь гарантировать, что с Сианой ничего не случится? Крайне маловероятно, что... Слушай, давай без теории вероятности, просто ответь, да или нет. Ручаюсь, что волос не упадет с ее головы. У меня много замечаний к твоему плану, в том числе и такое. Мы не представляем, где держит Сиану. Ты слышал, что говорила княгиня, в темнице ее нет. Отговорки, мой друг. Я уверен, стоит тебе захотеть, ты найдешь ее без труда. Ну, в общем, можно поговорить с Дамьеном. Княгиня держит его при себе. Вероятно, он что-то знает. Вот видишь, я знал, что ты что-нибудь придумаешь. Надеюсь, я развеял твои сомнения? Не совсем. Мы еще не закончили разговор. Так как можно выманить Детлова, если вдруг понадобится? Кровью девственницы? Видишь ли, где-то неподалеку живет один из скрытых, древних могущественных вампиров. Самых древних и самых могущественных. Да, и? Тусент. Земли скрытого. Каждый из нас обязан слушаться его, покуда здесь находится. А значит, достаточно одного его слова, и Детлов явится в указанное место. И как убедить этого скрытого, чтобы он вызвал Детлова? Сперва хорошо было бы его найти. Скрытый не встречается с приезжими без особой нужды, а вот местные, возьмем, к примеру, Ариану. Видишь ли, она тоже... Я догадался. Хорошо, допустим, она меня к нему приведет. И что дальше? Не знаю. Надо будет импровизировать. Словом, или я поддамся шантажисту, или сражусь с ним. Ты знаешь мои предпочтения. Если мы освободим Сиану и устроим ей встречу с Детлофом, есть шанс, что мы все останемся живы, включая Детлофа. Регис, прости, что ставлю тебя в такое положение, но если я все-таки решу драться с Детлофом, на чью сторону ты встанешь? Если ты решишь, что этот вопрос надо решать мечом, я не стану у тебя на пути. Я ценю это. Надеюсь. А теперь скажи, пожалуйста, что ты собираешься делать? Не знаю. Я должен подумать. Понимаю. Это нелегкий выбор. Позволь, я оставлю тебя одного и пойду в город. Я не могу остановить резню, но хотя бы попытаюсь уменьшить число жертв. Когда ты примешь какое-то решение или узнаешь что-нибудь,
Шепни словечко птицам,